страшные скидки. Всем привет! Погода меняется с весенней непредсказуемостью. На смену солнцу приходит дождь, поэтому в сумочке всегда должно быть место для зонта. И если вас не радует ваш зонт, самое время его поменять. Всевозможные сайты предлагают зонты по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Прежде чем совершить покупку, нужно определиться, как вы собираетесь носить зонт. Для ношения в сумке или портфеле нужен складной вариант. Стержень складывается, и зонт становится компактным. При покупке такого зонта обратите внимание на число сложений – 2, 3, 4, 5 сложений. Чем их больше, тем меньше сам аксессуар, тем он более подвержен поломкам. Самые маленькие зонты в 5 сложений, длина в сложенном виде сравнима с длиной шариковой ручки. Помните, малыши самые хрупкие, у них такой же мини-купол. Это дежурный вариант, который вы можете даже случайно потерять в сумке. Каждый второй покупатель выбирает зонты в 3 сложения. Это стандартный складной зонт. Привычное удобство, средняя надежность. Если вам нужен надежный защитник от непогоды и размер не имеет значения, смотрите в сторону зонта трости. У него цельный стержень без сочленений. Купол более округлый, чем у складного, что обеспечит хорошее укрытие от дождя и ветра. С таким зонтом совершают прогулки, и это не повседневный вариант. В сумку не поместится, в транспорте мешает, занимает руки. На сайте Озон зонт «Мультидом» сейчас можно купить со скидкой в 57% за 609 рублей. Его прежняя цена – 1434 рубля. Зонт прозрачный, с рисунком в виде зеленых листьев. Конструкция «Зонт-трость». Механизм полуавтомат. Длина в сложенном виде – 82 сантиметра. Диаметр купола – 80 сантиметров. На том же сайте однотонный красный зонт «Лантана Амбрелла» предлагают со скидкой в 62% за 557 рублей. Его прежняя цена – 1500. Механизм полуавтомат, 3 степени сложения, диаметр купола – 98 сантиметров, длина в сложенном виде – 30 сантиметров. На сайте Wildberries яркий позитивный разноцветный зонт сейчас можно приобрести за 1344 рубля. Его прежняя цена – 4200. Механизм полуавтомат. Зонт выполнен из прочного каркаса, устойчив к порывам ветра. Диаметр купола – 110 сантиметров, длина в сложенном виде – 84 сантиметра. На том же сайте прозрачный зонт-трость Like Goods сейчас можно купить за 397 рублей. Его прежняя цена – 1590. Механизм полуавтомат, диаметр купола – 90 сантиметров. На сайте AliExpress зонт-трость сейчас предлагают со скидкой за 840 рублей. Раньше он стоил 1600 рублей. Прозрачный зонт имеет арочный купол с черным кантом шириной 5 сантиметров. Прозрачную модель придумала мадам Кураж в 70-е годы 19 века, а сейчас это трендовый аксессуар. Очень удобен при сильном дожде, который сопровождается порывами ветра, так как позволяет обладателю прекрасно видеть свое направление, при этом оставаясь под зонтом. На сайте Red Markets зонт-трость Юнит предлагают за 702 рубля. Раньше он стоил 936 рублей. Цвет синий, механизм полуавтомат, материал полиэстер, диаметр купола 102 сантиметра. На сайте Яндекс.Маркет зонт-трость сейчас можно купить со скидкой в 17% за 845 рублей. Диаметр купола 102 сантиметра. Длина в сложенном виде 86 сантиметров. Зонты этой модели предлагают всех цветов радуги, а также черный и белый. Если вы выбираете зонт в интернете, сложно понять, как соотносится диаметр купола и реальный размер. Диаметр измеряется по концам противоположных спиц. Чем больше купол, тем больше зонт в сложенном виде. Зонты с большим куполом – это чаще всего зонты-трость, а с маленьким – до 95 сантиметров, мини в 5 сложений. Для женских складных зонтов градация такая. Маленькие дежурные варианты менее 90 сантиметров, стандартные от 90 до 105 сантиметров. Если у зонта купол до 80 сантиметров, он подойдет только ребенку. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки!